Супруг певицы Натали, музыкальный продюсер Александр Рудин, умер из-за осложнений после перенесенной коронавирусной инфекции. Как стало известно, не все оказалось так однозначно. Выяснилось, что мужчина состоял на учете в психоневрологическом диспансере с 2021 года. Муж артистки, как установили врачи, страдал от ментального расстройства и проходил лечение в больнице. К сожалению, исправить ситуацию не получилось. Певица Натали прокомментировала сообщение СМИ о смерти собственного мужа-продюсера Александра Рудина. «Я еще ничего в сеть не выдавала», — сказала дрожащим голосом исполнительница. О смерти музыкального продюсера Александра Рудина стало известно накануне. Сначала сама Натали не спешила сообщать информацию публике, однако ее родные и близкие начали делиться подробностями семейного горя, при этом не называя причину смерти. Оказалось, что совсем недавно, 2 недели назад, им уже пришлось похоронить члена семьи. Незадолго до смерти Александра Рудина ушел из жизни его отец. Уже известно, что похоронен супруг артистки на кладбище в родном городе Дзержинске. С Рудиным певица прожила 32 года, вышла замуж в 17 лет, по липовой справке о беременности. Позже подарила мужу 3 сыновей.